И всем привет, дорогие друзья, привет, с вами да. Стив и Андрей. Всем привет. И сегодня мы будем ходить в штанах. И мы тут, в этой чахте мы нашли кучу всего. Я нашел кучу изумрудов. Мы нашли лазурит, изумруды. Redstone. Ну, только алмазы. Мы все нашли, все руды. Вот там! Еще! Короче, я тебе сейчас кину один из своих трех изумрудов. Изумруды, да, это будет наш символ. Изумруды, это будет наш символ. Лазурит. Да тут куча всего, чел. Лазурит, чувак, лазурит пропустил. Спавнер, тихо! Тихо. Где спайдеры? Я спавнер нашел. Чувак, мы тут... Чувак, мы столько тут всего нашли. Да, куча всего. Вроде стол у нас столько, мы сможем... Лови! Энергорельсов сделать. Алмазы! Где? Я нашел алмазы! Я алмазы нашел! Две штуки! Так, короче, вот, держи! На одну! Вот ты какой да ты алмазик! Так, тихо, ищем еще что-то. Еще алмазы! Покажи, где! Покажи, два еще! На кирку алмазы уже хватит! Вот я собираю их! Сколько их там? Два еще, на кирку хватит! Чувак, надо найти, где ты спавнер видел? Изумруды! Нам дико везет. Я зомби слышу, чувак. Я еще золото нашел. А я кучу лазурит. Золото. Парниш... У тебя яблоко есть? У меня есть. Парниша бы сказал, эй, отдай лазурит ты. Ну, бас, куда? Так, тихо. Паутинки много. Ну да. Золото! Блин. О, редстоун. Я кучу редстоуна нашел. Я золото нашел, чувак. У меня тоже вот дофига. О, я нашел еще один тоннель. Если там алмазы, то поделишься со мной. Потому что мне тоже надо найти. Я тут еще. Так, тут я нашел. О. Что такое? Я нашел сундук. Нашел сундук, что там? Сейчас, я не смотрел. О, чувак, я могу тебя оседлать. Ты хочешь этого? Чувак, тут я нашел обсидиан. Я рельсы выкину, мне не нужны рельсы. Я нашел на арбузе. Чувак, иди сюда эту. Я нашел тут обсидиан. Я обсидиан тут ты нашел. Не против, если я выкину рельсы? Я выкину. Да, вообще не слышу. Обсидиан! Так. Круто! Нет, я тебе что говорю? Кстати, у меня есть кое-что крутое. Сейчас я тебе покажу, что это. Смотри. Семена арбузиков. Изумруды! Добывай! У нас 6 изумрудов, чувак. Вот, чувак, мы сможем с носорями торговаться, с носатыми бородами. Че? Ну, да, вот только я им не отдам свои изумруды. Они... Эти изумруды будут для нас большой ценностью. И будем как отдавать... на скайблоке, знаешь, на паузе. О, я тут железку нашел. Вот железка сейчас самое то. Мы сейчас можем узнать, сколько найти, что мы можем уже себе броню сделать. У меня сколько у тебя железо? 16. У меня 21. Капец. Подожди, а что вы? Опять этот сундук. Короче, я сейчас буду скапывать. Вот, я скопал. У нас вагонетка есть. Че, у меня нет места в инвентаре, то что ты подбираешь. У меня тоже, я седло взял. У меня инвентарь забит. У меня тоже. Вот тут костная мука. Я выкину цветочки. О, они нам не нужны. Кроме того, чтобы покрасить тройку. Так. Овечку сделать прикольную. У нас уже, кстати, шерсть была на кровать одну есть. У нас три шерсти. Ты прикинь, у меня три шерсти разного вида. Светло-серая, серая и белая. Подожди, а что, в этой версии нету ботинок, что ли? В этой версии есть ботинки. Это 172, чувак. Прости. Так, о! В принципе, собери паутинку мечом. Можно полок, в принципе, сделать. И удочку. Будем рыбачить. Да, собери удочку, можно рыбачить, да, все это делать. И я буду тебя рыбачить.
Слышь, может, обсидиан добудем? О, зомби, привет. У нас нет алмазных кирок, ты чё? Одну сделаем. У меня только два алмаза. У меня два еще. О, тихо! Меня чуть не столкнули. Ну, какой скелет? О! Стрелы подбирай. Давай я верстак поставлю и сделаем алмазную кирку. У меня мусора много. Прощай. Смотри, меня... что я делаю, смотри. Я котик. Я... Что ты делаешь? Давай алмаз. Сзади, 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 сзади! Тебя чуть зомби не столкнул. Смотри-ка. Чувак, пойди. О, там еще шахта есть, я сейчас построю. Где, где? Там нету алмаза. Там может еще что-то будет. Я построю все равно. Может, там... Или, возможно, так. Ну, тихо. Так, может, что-нибудь... Так, может, что-нибудь путевое есть? Давай алмазик или изумрудик, что-нибудь еще под партида. У меня уже, знаешь, какой уровень? У меня 18 уже. У меня 12. Называются те люди, которые носят вторые штаны. Ты что делаешь? Что у тебя с головой? Алло. Алло. Короче, нам нужно убираться отсюда. Так, давай прокопаем тебя вверх. Я придумал кое-что получше. Ступеньки. Да, 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 это будет наша шахта. Ну да, вот только мы тут все раскопали. У меня сейчас инвентарь будет забит. Этим поганым блудникам. О, тихо. Да, у меня инвентарь тоже. У меня инвентарь тоже забит. О, тихо. Да, короче, ты копай. Давай, копай. Сейчас. У меня скоро кирка кончится. У меня железная кирка уже наполовине. Вот это нам повезло. Блин, где ж уже свет? Возможно, но это не точно. Да. Кстати, я делал пародию на «Приступиться», ссылочка в описании. И в подсказке. Блин, ну, короче, когда... Где ж... Поставь факел. Факел поставь, пожалуйста. Вот. У меня ярко стоит. У меня тоже. Сейчас у меня светло. У меня прям светло все. Нигде нет темноты, прикинь. О, уголь нашел. Скопай уголь, пожалуйста. Окей, только еще пожалуйста. Жалко, что тут нет мода на яблочные деревья. А мод есть, кстати, такой, на деревья всякие. Ну да, кстати, можно добавить... Ты знаешь такого ютубера Феликса? PewDiePie? Феликс. Ой. Это, короче, такой ютубер, он снимает мод. Он, короче, летсплей начал. Называется... Там мод такой в Вичере. Там, короче, можно делать всякие обряды. Вот только там полтергейст есть, который всегда появляется. Даже если этого ты не хочешь. Всегда появится, и кто пытается тебя убить. Это было на серваке. Где ж? На котором я играл. Чувак, где там живут? Угу. А что, выход далеко уже еще что ли? Ну да, мы далеко. Мы нашли алмазы, мы нашли целые алмазы. Целых 5 алмазов. Ну сколько у тебя? Стройся давай. Сколько у тебя алмазов? 2. Поганый гравий. Меня гравий чуть не убил, прикинь. Меня гравий чуть не убил. А я тебя там за... Не выберешься. Далеко там еще до этого?
Ты еще ты прокопался? Сейчас посмотрю координаты. О, нам еще далеко. Сколько примерно блоков? Вода! Я нашел выход! Ты нашел выход? Да, я нашел выход. Е-е-е! Блин, я телепортировался. Тут вода, ты сможешь пробраться. О, да, 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 все, я вижу. Так, это а я успею? Ну да, успеешь, не успею. Е-е-е! Мы выбрались! А ты нет. О, наконец-таки! Свет! А ты нет! Скотина! Оно вылазит! Оно Петька! Опа! Троллинг! О-о-о! Мир? Наконец-то! Свет! У нас инвентарь переполнен! У нас... Свинка! Как я по свинковски? Как кто? Свинка! У нас так... На! Хэдшот! Можно сейчас уже броню себе скрафтить? Ок! У меня 20 железа, сколько у тебя? У меня 24. Короче, давай сделать дом. Давай будем делать дом. Чувак, я нашел ту пещеру, короче. И как бы тут еще вторая развилка была. Туда мы не пойдем. Ты что, пошел туда? Я вышел. Ты я где? Вышел. Ты где? Сейчас я поднимаюсь. По какому-то пути. Я твой ник вижу. Титан поганый. А, ты там? Слышь! Ты в скале застрял? Ты чё, в скале? Я уже вот. А-а-а! Я на горе. Свежий воздух. А я сейчас я к тебе. Вниз. Я иду к тебе, я спартану тебя. Так, сейчас будет спарта. Ну, ты сюда подошел быстро. Так, ты где? This is Sparta. Да ты тихо, у меня хп мало. Лопата все решает. Лопата решает. На тебе по носу. На тебе в голову. Короче, я назову эту серию Лопата решает. Короче, спускаемся отсюда. Зачем жить в этом мире? Спрыгнул такой с вещами. Давай же как бы. Чувак, мы говорили, что мы в этой серии построим дом. Я уже местность, давай расчистим. Давай. Расчищаем. Ты поставь там пока на паузу, пока мы расчистим. Окей, сейчас поставлю на паузу, чтобы вас не мучить. Итак, ребят, мы продолжаем. Так, сейчас. This. Мы тут нашли маленький каньончик. Это как видите. Не маленький, это огромный так. This. Из Спарта! Свинью спартану. Ага. Лопата Леонида. Сейчас лопата Леонида убью свинью, чтобы... Я потом сделаю лопату уже. Я потом алмазную лопату сделаю, чувак. Я потом алмазную лопату сделаю и напишу лопата Леонида. Это наковальня. Ты чё? Ты что меня лопишь? Это тебе... Не лопи, я дровосек. Я тебе не позволю сделать лопату Леонида алмазную. У Леонида лопата деревянная вообще-то. У него там нет алмаза. Паук! Так Петрович, отвали. Я выбил глаз Петровича. Прямо как циклоп. Ты где? Короче. Рубим дерево. Как мы летсплей назовем? Я первую серию. Вот, чувак, вот давай построим небольшой домик. Я не хочу прям гигантский, а то его строить долго. Ок. Как мы летсплей назовем? Я тебе покажу еще. Как мы летсплей назовем? О, я тут яблоко нашел. Это мы. Его забрал. Как мы летсплей назовем, короче? Как? Крипер! О! Будем называть. Я назову этот летсплей Криперкрафт. Как тебе? Чувак! Носарь! Мочи носаря! Тихо, скелет! Я знаю, как вы
установить пластинку. Так, надо, чтобы сагри скелета на крипера. Ну нет, мы могли выбить пластинку. Тихо, броню, броню надо получить. Я шлем. Я броню получил, я шлем получил. А ну отдай сюда. Смотри, у меня шап. Убивай скелета, он меня сейчас застрелит. Одно хп, одно хп. Короче, сейчас поставлю на паузу и поменяю пор. Ребят, мы продолжаем, кого-то там убивают. Вот, я поставил мирную. Повыживаем пока с мирной. Так, я где тут? Так, мои вещи. Вещи мои. Вот они все валяются. Мои вещи. Я, кстати, картошку из зомбя выбил. Да, а я шлем. У меня мой шлем. Что сделаем с картошкой? Подожди, не надо такой большой дом строить. Сейчас тебе покажу какой. Это картошка. О, короче, ты картошка забыл? Я поставлю. Или что сделать? Итак, ребят, мы продолжаем. И я прокакал свои штаны. Да, так себе. Ничего себе. Теперь у тебя 30. Теперь тут в печке 30. Чувак, как тебе дом? Круто. Как в деревне. This is картошка! Мы поставили геймру, так что мы можем убивать друг друга. Да тихо. Мы можем убивать друг друга, потому что тут геймру. Я алмазы не брать. Хотя я их уже не выпущу. Так, что ты там крафтишь? Потом можно, в принципе, второй этаж сделать. Твоя и моя комната. Вот. Я себе сделал грудак и штаны. Смотри, какой я мажор. Я сейчас себе сделаю золотой шлем, как у тебя. Нам золото нужно на яблоке, алло. Не надо. Да у нас все равно яблоко только одно. Я сейчас сделаю одно. Я сделал золотое яблоко. Вот. Я сделал золотое яблоко. Я реально... Надо... Сейчас я буду... Я пока пол сделаю. Я сейчас буду... Я терминатор. Зови меня терминатор. Так, сейчас. Ой, сейчас кто-то придет взорвать машину. Мне нужен так, новый меч. Чтобы убивать. У меня тут... Куча всего, нижнего. Дверь? Так. Дверь мне... Слышь? Чё? У меня ещё одна есть. Дверь мне запили, сейчас я сделаю супер классные двери. Набери. Ха! Эй, Буйный Славик. А зачем ты дверь сделал? У нас же Буйный есть. Буйный Славик, он тебе дверь выпилил. Дверь мне запили! Дверь! Запилил быстро ты, Андрей! Я сваливаю! Ты ж... Короче, все железо потратил. Буйный ушел. А мне нужно. Чувак, как бы... А железо у тебя есть в инвентаре? Нет. Я почти железник. Когда я буду терминатором, то все, тебе конец. Всем, короче, моба конец. Смотри, сколько у меня золота. Смотри, сколько я накопал. Мы можем сделать еще одно золотое яблоко. Только нам нужно яблоко. Я пойду. Поганый дождь. Я пойду дуб. Чувак, я кровать сделал. А я сделал сколько. Давай. Вылезай. Сейчас голову выпил. На! Хочу в голову его выбить. Надо в голову бить, чтобы выбить голову. Чтобы выбить голову зомби, нужно бить прямо в голову. На! Вот, чувак, я себе тоже грудак сделал. Ох, ты прям жесткий чувачок. Да, они не выбой. К нашему дому идет крипер. Крипер. Я думала, это та сделала. Короче, картон. Это не надо.
Видишь? Не кровать запилил быстро. У нас есть еще железо? Кровать не запилил. Кровать не запилил. Кровать не будет. Чтоб тебя там, крипер! Я крипера вижу, сенсей, он нас все подойдет. Чувак, ты хоть чем-то путем занимай. Да я тут зомбака убиваю, хочу выбить голову. Голову выбить можно, ты чё, вообще не по Майнкрафту. Тут три зомбака идут в речку. Папа. А этого зомбачка ходит. Когда я бью голову одного папа, то я с него выбил. Когда я бью зомбака, то я с него голову. Там я мелкого убил. Ой, у меня топорик ломался. Я сейчас пойду тоже. Я пойду тоже. Чувак, прикинь, возле нашего дома гулял крипер и такой на меня идет. Спасибо, зомби, красава, зомби. Нам нужна ферма, слышишь? Нам нужна огород, ферма и все такое. У меня есть картошка Леонида, это самое священное, что у нас будет здесь. Да уйди ты с печки. Я ушел. Кстати, у меня больше... Слушай, отдай железо, чувак, отдай железо. Да я потрачу... Я теперь железник. Сделай себе ботинки. Мне меч. Мне как-то стрёмно. Мне как-то нереально стрёмно. Я боюсь, что в дом ударит молния. Это будет через... Так, у тебя есть дерево? Я буду спать. Эй! У меня есть куча. Сейчас. А почему тут нельзя спать? Там можно же. Новая ачивка, чувак. Ачивка. Всё. О, ты мотыгу мог бы железным там. Да железный это... Ой, скелет! Наездник! Это мой шанс выбить эту. Ой, тихо, крикеры! Какой уровень? Я сейчас разлетаю вообще. Пол хп! Ай. Вообще. Я сдула. Ничего. Дайте тишку нафиг. Ну как? Чувак, можно. Влад, чувак, можно потом вообще на скайблоке поживать. Выживать. Нет, там все сложно. Скайблок на лайк. Зомби. О, порох! Издевание ПГ это будет хэппорт. Я поставлю. Я поставлю дома спаунпоинт. Витька, сделай. А я себе сделаю лук. Да не бейте меня! Ну ладно, ребят, на этом с вами заканчиваем данную серию. С вами был я, Стив. И Андрей. Всем добра и всем пока!